Ира, тут некоторые зрители считают, что наше шоу сплошной обман. Что мы по 10 дублей снимаем, а потом монтируем. Как говорил граф Калиостро, человек хочет быть обманутым. Запомни это. Но в отличие от графа, мы никакими махинациями не занимаемся. Наши следующие участники на самом деле выявили формулу любви, над которой бился великий Калиостро. Правда, пока этой формулой описывается любовь зрителей, но легка беда начала. Сейчас наши катания, наши тренировки проходят на большой скорости и на большом позитиве. И на хорошо. Вот. Илья Вербух нам ставит этот номер. И Елена Малышева. Ой, не Малышева. Масленникова, господи. Малышева. Я насмотрелся на это. Да, если бы нам Малышева ставила номер, мы бы катались в костюме печени и почек. На нас бы сверху сыпалось такое конфетти в виде перхоти. Чего-таки не думаю, чего-таки не пробую, чего-таки не делаю. Чего хотите, закидывайте немытых бугалев. Рано! Не загадывайте вымытых, только не сидите. Рассиживаться нечего, подуны переменчиво, пуста до человечего. Помыслы один, вытягивайте золото из медики и золота. Золото, золото, золото тени. Номер у нас будет на этот раз не смешной, а очень смешной.
Митя. Зачем ты упал? Такой номер, такой блеск. Какие дорожки шагов фантастические ребята исполнили. И вдруг Митя Хрусталев начал золото искать, просыпанное на льду. Не было там ни одной монетки. Я единственное надеюсь на то, что Александра Захарова узнала себя в Яне Хохловой. Это же эту роль Александра Захарова исполняла в фильме «Формула любви». И поэтому немножечко прибавит оценки. А вам, уважаемые телезрители, я хочу напомнить. Не стесняйтесь, голосуйте за ту пару, которая вам понравилась больше всего. Ваше мнение решающее в определении того, какие места займут пары в нашем проекте. Мне кажется, что все стрельнуло. Молодец, молодец. Где ты, чучу, правда? Ну, захлестнули эмоции. Зато честно, зато самый сложный танец. Не технический. Яна Хохлова и Дмитрий Хрусталев. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-8, 6-0, 6-0. Средний балл 5,92. Оценки за артистизм. 6-0, 6-0, 5-9, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98. Общий балл 11,90. Ну, конечно же, мы видели, что бедный Дима несколько раз пытался упасть. Один раз все-таки привстал на коленочку, потом спотыкался. Но, как мне казалось, что это не должно было как-то испортить впечатление об этом замечательном номере. Хотя, Филипп, ты тоже увидел эти? Обычно у нас Гедеминас видит все мелочи. Не, ну я, мне показалось, что это так и должно быть. Это в образе этой потрясающей сценки. Мне показалось даже, я не сделал впечатление, что он упал. Я надеюсь, Дима подтвердит, что ты же не упал. Это же так должно было быть, правильно ведь? Ну, конечно же. Гедеминас. Хореография выстрелена, ребят, ну никто так не катается у нас, ну не знаю. Чтобы такое количество дорожек показать, и тебе на пятку, пожалуйста. Хотите, на коленку я присел, случайно или нет, догадывайтесь сами. Понимаете? Но вращение все вместе. Не знаю, мне очень понравилось, и самое понравилось, главное, что они рискуют. Ну я за эти риски, ну не могу. За риск, конечно, нужно пить шампанское, дорогие друзья. Поэтому 6-0, 6-0. Спасибо, Гедеминас. Марк Анатольевич, у вас самый низкий балл. С чем это связано? Ну, может быть, вы знаете, это самая любимая мелодия у меня в жизни. Как меня не приучали к Моцарту, к Чайковскому, к Шостаковичу. Я все-таки Гладкова считаю продолжателем великой кучки. Так я ее и зову. Продолжатель нашей великой кучки. Могучей кучки. Вот. И мне очень нравится, честно я скажу, режиссер не может все такое не занудить. Вот я хотел занудить. Вот мне не нравятся большие плоскости, которые закрывают просмотр кому-то из зрителей. А вот решетка тюремная, это было блистательно. И колесо, которое покатилось по льду, это тоже было замечательно. Этот лед и это магическое пространство требует особых декораций. С ними надо обращаться очень осторожно. Вот я получил большое удовольствие и воздаю должное мастерству исполнителей. Спасибо. Спасибо. Зачем ты спотыкался? Скажи, вот что с тобой происходит? Ну хорошо же все было. Да, Ирочка, ну, во-первых, эмоции перехлестывали. Такой мой любимый фильм, моя любимая мелодия. И потом, как правильно заметили уважаемые члены жюри, так и было задумано. Врешь и не краснеешь. Я никогда не вру, Ир, ты что? И потом я хотел сказать, обратиться к Марку Анатольевичу Захарову и сказать, что его фильмы, его спектакли – это кладезь не только отечественного кинематографа, советского, российского, но и мирового. Я даже больше скажу, если вдруг внеземные пришельцы, внеземная цивилизация откроются нам, они первым делом скажут, что Марк Анатольевич Захаров – это гений вселенной. Спасибо вам за то, что вы есть! Ну, я в первую очередь хочу поблагодарить создателей этого номера, Илью и Елену Станиславовну Масленникову. Спасибо вам огромное за то, что позволили действительно раскрыться, но, наверное, все-таки в новом каком-то амплуа таком. И очень благодарна создателям костюмов.
Вот, спасибо всем жюри, спасибо за оценки и справедливые замечания. Да, и я в свою очередь хочу поблагодарить Яну за то, что она меня поддерживает во всех идеях, во всех номерах, какими бы они ни были. Спасибо тебе, Яночка. А ты знаешь, мне кажется, тебе еще понравилось прически менять, которую передачу мы следим за таким кардинальным изменением образа. Ну, конечно, мне очень нравится носить волосы. Я давно это не делал.